В Нерюнгри прошел межрегиональный джип-триал «Халлен-2017» среди внедорожников различного класса. Насколько это было зрелищное и захватывающее мероприятие, расскажут наши нерюнгринские корреспонденты. Целых два дня на специально подготовленных площадках спортсмены со своими экипажами из Якутска, Тынды, Алдана и Нерюнгри показывали всю красоту этого вида спорта. Организация такого мероприятия для нерюнгринского района – это большой шаг в поддержке и развитии автоспорта. Это, конечно же, в первую очередь шоу. Шоу для того, чтобы привлечь нашу молодежь к занятиям спортом, во-первых, да, техническими видами спорта. Потому что спорт у нас развит, у нас волейбол играет, футбол. Разные, борьба, бокс, а вот технические виды спорта, конечно же, это захватывающе, это интересно. Соревнования прошли в категориях Light, Extra Light, Hard и Medium Hard по стандартам гонок RFC. Это прохождение небольших по протяженности спецучастков с лимитом времени 15 минут, требующее напряжение всех сил экипажа. Мы первый раз, поэтому, наверное, жестковато. Машина не совсем для таких трасс, как бы хотелось бы полегче. Сложность трассы, мне кажется, в некоторых местах зашкаливает выше какого-то предела. Спасибо организаторам, вообще молодцы, организовали все это. В общем, нам нравится, будем бороться. Успешное проведение таких соревнований позволит Нерюнгри стать площадкой для отборочных соревнований на мировой этап гонок внедорожников, который ежегодно проходит в Малайзии. Мы задел уже сделали, поставили внедорожную платформу в нашем городе, в нашем районе, ну, скорее всего, и в регионе. В любом случае, будем стремиться к чему-то к лучшему, что-то поправить. В следующем году будем планировать, но это будет зависеть от того, насколько мы будем подпитаны, насколько мы будем сильны. Конечно, у зрителей за эти два дня появились свои любимчики, но решение судейской коллегии осталось неизменным. Золото и всевозможные призы от спонсоров в категории Hard и Medium Hard увезли экипажи города Якутск, а в категории Light и Extra Light кубки победителей достались нерюнгринским экипажам. Соревнования прошли более чем удачно, поэтому без сомнений все участники и нерюнгринцы будут с нетерпением ждать межрегиональный джип Триал Хален 2018. Виктория Харитонова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.